see the whole city from here. Check. We can't afford to miss this. If the twins are right and TK gets away in that chopper... I know. Here. Ну что, дурак, кто захочет отсюда улетать? Ох, я чувствую, все-таки сейчас будет схватка какая-нибудь. Сколько времени прошло, а ты все еще одетая, а? У меня, видимо, уже глаза прилипли к биноклю. Это начинает становиться опасным занятием. I'm sorry, Chuck. Look, I... Hey, there it is. Игрушечный вертолетик. Ну да. It's landing on the hotel. Looks like TK is getting ready to check out. That bastard's not going anywhere. There's no way I'm taking the fall for this. We better hurry. I'll meet you there. О, да! Я обожаю начало заданий. Ты просто приперся, чтобы посмотреть ролик. А потом тебе нужно... Конечно, фортуну. Офигеть. Фортуна это на другом конце карты. Правильно ведь? А нет, фортуна это здесь. Все равно, неважно. Так. Еще отсюда надо спуск найти. Возможно, кстати, спуск есть на... Сразу центральную площадь. Хотя, если бы он был, то стрелочка указывала бы сразу куда-нибудь другое место, а не на лифт. Поэтому нет, спуска на улицу здесь нету. В общем-то, надо сейчас... Восстановить здоровье, это главное. Сохраниться. Ну и переться в фортуну. Я надеюсь, там снайперов уже нету все-таки. И, кстати, ночь наступила. Наступила полноценная ночь. Насколько я понимаю, ночью этих тварей, по-моему, больше. По крайней мере, мне так показалось. Я ненавижу тебя, а? Ты можешь отставить криворучку в сторону? О! Тухлый хот-дог или что это? Моя любимая. Как ты мог мимо канализации промахнуться, а? Просто снайпер тысячелетия. Стрелок года. Ковбой века. Тебе здесь работать еще, ё-моё, опять мимо канализации промахнулся. Ну что ты будешь с этим придурком делать, честное слово? Терпение. Киллер. Ты съел один маленький хот-дог, почему ты полтонны уже выблевал? У тебя есть этому объяснение? Я сомневаюсь. Я очень сомневаюсь. Соберись уже, тряпка. Несварение желудка или что у тебя там? Меньше без твоих проблем. Вот тут немножко упортые ходят тоже. Обожрались чего-то, видимо. Что там лежало? Ладно, короче, прямся в фортуну. Где там есть сохранение, интересно, поблизости? Я обожаю эту грёбаную игру. Сохранения нет нигде, только в центральном парке. В кости поиграем потом, господа. Так, 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 так. Меня здесь нет! Вон, ешьте свои руки. Им нормально? Некоторым. А вы что, брезгуете?
И опять толпень на выходе и входе. Что это за фейс-контроль такой здесь столпился? Немноговато ли? Я надеюсь, там нет никаких снайперов, ну и вроде как время задания уже должно было истечь. Если там все еще есть эти снайперы, я просто повешусь нафиг. В принципе, это не настолько страшно, можно вернуться от выстрелов, но тем не менее. Они бы знали, как меня заколебали. Когда вы наконец-таки отвянете уже от этого места? Че вам надо-то здесь? Сейчас по мне будут стрелять. И толчок непонятно где, кстати. Отлично. Топ сомневался, что так оно и будет. Не, ну это классно, да? По-твоему? Мать вашу. Это нифига не круто, пацаны. Нифига это не круто. Здесь есть здесь что-нибудь тухлое. Нафиг мне ваш баллончик с краской. Кто выкидывает баллончик с краской? Ё-моё. Гамбургер выкинули бы. Еще один баллончик. Да вы что там все, пооборзевали что ли? Это что такое? Кто выкинул упаковку гвоздей? У вас явные проблемы. Я не знаю с чем, но проблемы. Классно, да? Пошел сохраниться, потерялся здоровье. Эти гребаные снайперы просто... Вот просто вот. Отлично. Вот так вот, значит, да? Значит, вот он. Что там загружать-то можно? Там все уже загружено. Что-то ты медленноватый какой-то. Офигеть! Вообще все здоровье сняли. У меня сейчас только самая тупая надежда получить уровень. А сколько у меня опыта? А опыта у меня, наверное, нисколько. Носите с собой еду, она восстанавливает здоровье. Отлично, опыта у меня действительно нисколько. Если только вот так вот каждую не оприходовать полчаса, тогда шансов у меня нет. Давай же, а. Если кто-то вцепится в меня, я труп. Без шансов. Без оговоров. Без условий. Просто я труп. Да мне туда, что ли? Да, видите, они просто меня задевают и все. Я еще и в убежище не сохранился. Ой, хорош я, хорош. Что там валяется? Ничего, ничего. Опять ничего. Эй, работник, ты кушал когда-нибудь что-нибудь вообще? Видимо, нет. Там еды тоже нифига. Не трогайте меня! Палец, я...
Подсказки решили надо мной поприкалываться. Каждый раз одно и то же. Носить с собой еду. Воду я вашу еду. Вот моя еда. О, то, что нужно. Гамбургер. Эти еще здесь, а? Так, сначала сами там разберитесь со своими зомби, друзьями. Они подскальзываются на блевотине. Слушайте, а, видимо, действительно так, как я и говорил тогда с толстяком-то. Надо было блевать, чтобы он подскальзывался. Видите, они, эти зомби действительно они подскальзываются на блевотине. Охренеть. Я был недалек от истины. Просто я не попробовал это, потому что замочил его из этой, из гашетки. Какого черта ты не стрелял-то, а? Точнее, ну, не стрелял, не атаковал. У меня, по-моему, там пистолет есть. Это еще не все, пацанчик. Сейчас будет двойной блюатрон. Придется каждый раз терпеть. Если я буду подыхать. Подыхать, честно говоря, неохота. Может, ты башку себе разобьешь, а? У меня меньше работы будет. Экстраваганстный способ убийства зомби — наблевать на пол. Так, мой-то вроде нормально себя чувствует. Сглазил так сглазил. Так, что у нас здесь? Откуда в меня стреляли? Откуда в меня стреляли? А, ну отсюда стреляли. Офигеть вас здесь! Жопь. Жопь! Что с камерой? Так, хорошо, хоть пистолет специально на такие случаи приберем. Только тебя мне здесь не хватало. Так-то прицелиться невозможно из этого дурацкого управления. Урод! Это тебе не эфир. Хватит тут канделябра отплясывать. Я предпочел бы его открыть, парень. Хотя, может быть, его действительно можно как-нибудь разбить. Да какой там был? Это военный кейс все-таки. Единственное, что здесь не китайский, это военный кейс. Опять в помойке придется ковыряться, я чувствую. Содовая. Ну ладно, хоть блевать не буду, хотя и здоровье от нее тоже не особо прибавляется. Некий журнал. С некими способностями. Так, мой обычный рацион, наконец-то. О, надо было их на инвалидном кресле сбивать. Парень, ты не видишь, я немножко занят. Ой, давай без этого. А, хватит, хватит. Безнадежная скотина. Хорош. Я чувствую, ты сейчас опять. Хорош. Не вздумай. А, весь автомат обблевал. Ну, ты свинья. Погнали. Хватит причитать. А я надеялся, что тебя предают нафиг. И надейся.